Аннулированный полет. 298 человек стали жертвами крушения малайзийского Боинга под Донецком. Кто в траурном списке и в чем причины авиакатастрофы? Ответственность за крушение на киевской власти, заявил Владимир Путин. Российский президент поручил военным ведомствам оказывать необходимую помощь при выяснении причин трагедии. Тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы потребовали и лидеры целого ряда государств НАТО и Евросоюза. Совет Безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание.